Именно детским спектаклем «Маленький Мук» было решено открыть 24-й театральный сезон в Темиртауском ТЮЗе. Традиционно первые два дня на спектакль приходят школьники. А уже с 27 октября приобрести билет на спектакль сможет каждый желающий. Новая постановка в этом сезоне запланирована и для более взрослой аудитории. Владимир Дроздецкий уверен, пьеса Ольшанского «13-я звезда» понравится даже самому искушенному зрителю. Эта пьеса еще практически нигде не ставилась, это новое произведение. Очень интересная история. Этот спектакль, он и молодежный, и для более старшей публики. Театр поставил такой своеобразный эксперимент, потому что в этом спектакле очень много танцев, очень много движения, очень много интересных актерских работ. Удивлять в этом театральном сезоне намерены и другими премьерами. Классическое произведение Чехова «Чайка» зрители смогут оценить в новой интерпретации. Большие ставки руководство театра делает на пьесу «Семья Вурдалака». Пьеса о неблагополучном состоянии молодежи, о наркомании, о том, как это разрушает семью, как это сказывается на людях, окружающих этого человека, как это сказывается о нем самом. Пьеса, на мой взгляд, очень интересная, пьеса молодой волны. Сегодня Темиртауский театр юного зрителя находится на пике своей популярности. Все его спектакли проходят с большим аншлагом, как у нас в городе, так и на выезде. Поэтому руководство театра уверено, что в этом театральном сезоне актеры только закрепят свой успех, наработанный годами. Анна Калинина, Дмитрий Поленов, новости Темиртау.